Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу. Жители республики уже начали получать новые квитанции об оплате с новыми суммами. В частности, в тех квартирах, где до сих пор не установлены индивидуальные приборы учета, коммунальные услуги будут ощутимо дороже. В частности, плата за газ, воду, электричество, тепловую энергию может быть выше почти на 50% по сравнению с теми, кто счетчики установил. Что касается тарифов на коммунальные услуги для всех потребителей, их плановое повышение по всей стране произойдет с июля. Однако уже известно, что в МРЭЛ рост тарифов составит 3,5%. Этот показатель один из самых низких в стране. В Татарстане, Чувашии и Кировской области, например, тарифы вырастут в среднем на 4%, а в Москве сразу на 7%. Еще одно из новшеств – квитанции за коммунальные услуги нам придут уже без строки ОДН. Расходы по общедомовым нуждам переносятся из платы за коммунальные услуги в плату по жилищным услугам. За общий свет и воду мы будем платить фиксированную сумму. Это еще одно нововведение. Тарифы для нашего региона уже установлены и зависят от этажности дома и наличия лифтов. Благодаря утвержденным нормативам граждане смогут сами проверить, правильно ли им начисляют плату за коммунальные услуги, потребленные на общедомовые нужды. А за весь небаланс по отоплению и освещению подвалов и подъездов будут отвечать теперь не собственники, а управляющие компании. Поэтому теперь управляющие компании будут заинтересованы в том, чтобы ОДН был для собственников невысоким.